Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Большая планета Земля, и сегодня мир насекомых. Гусеница – личинка насекомых из отряда чешуекрылых бабочек. Тело состоит из головы, трех грудных и 10 брюшных сегментов. Голова с мощно склеротизированным покрытием, остальное тело у большинства мягкое. Без крупных склеритов на теле развиты щетинки, расположенные строго определенным образом, специфичным для отдельных семейств, родов и даже видов. Помимо этих первичных щетинок, в старших возрастах у многих открыты то живущих форм развивается густой покров из вторичных щетинок, наиболее мощные у гусениц и представителей семейства медведиц. Размеры тела от насекомых миллиметров у отряда молей до 12 сантиметров, некоторые павлиноглазые. Для гусениц характерны парная шелкодельная железа, открывающаяся протоком на нижней губе, выделяемая ее секрет. При соприкосновении с воздухом образует шелководную нить, используемую для постройки кокона, изготовления защитной паутины из скрепленных листьев. На этом мы заканчиваем. Всем удачи и пока. Подпишитесь на канал и поставьте этому видео лайк.